друг, товарищ, который вместе учились, вместе работали, вместе жили. Он говорит: ладно, Юра, ты не бойся, никаких этих долгов, кредитов не будет, живи, как живешь. Весь его труд, он был в никуда, то есть всю зарплату, которую он получал, и еще и пенсию по инвалидности у него списывали приставы, что, насколько я понял сейчас, это вообще было незаконно, списывать пенсию по инвалидности и всю зарплату целиком. Показывал, как человек, что он живет, что не только то, что он лопатой машет полдня, ну, точнее, весь день, это не вся его жизнь. У него тоже есть свои интересы, свои какие-то увлечения, свой отдых, своя жизнь. Дворник – это не определяющее понятие человека. Все меня хвалят, что я фотогеничный человек. Многие приглашают меня на фотосъемки, модной одежды, там очков. Но думаю, немножко надо взять тайм-аут, отдохнуть, а потом уже посмотрим. Ну, дворникам что дает? Свежий воздух, во-первых. Меньше усталости, энергии добавляет, оптимизм. Понравилось больше быть фотомоделью. Ну, а дворник я, конечно, не уйду. Буду также продолжать работать.